В Оренбургской области расследуют крушение самолета Ан-2. Днем его обломки были обнаружены в районе города Гай. Известно, что Ан-2 вылетел для обследования местного нефтепровода. В назначенный час экипаж не вышел на связь. На борту самолета находились 3 человека – пилоты и инженер компании «Транснефть». По данным регионального управления Следственного комитета, все они погибли. Среди основных версий авиакатастрофы – техническая неисправность и плохие погодные условия. В районе полета был шквалистый ветер и туман.